Всем привет! Меня зовут Плотникова Анастасия. Я являюсь преподавателем английского языка, блогером и ментором. Являюсь создателем проекта «Английский с молоком». Я уже почти 2 года работаю на платформе Progress Me, и она мне невероятно нравится. Она нравится мне, она нравится моим ученикам. Самая главная фишка этой платформы в том, что моим ученикам не нужно ничего дополнительно скачивать, не нужно покупать какие-то дополнительные материалы. Все, что им нужно, это просто подключиться к интернету и выйти на платформу. Все. Мне еще очень нравится тот факт, что я могу применить свое творчество на этой платформе. Дело в том, что я обожаю создавать свои уроки и делать свои методические материалы. И все это я могу делать на платформе, что невероятно здорово. Разработчики платформы не стоят на месте, всегда выходят обновления, всегда появляется что-то новое, и это, конечно же, тоже большой плюс. В общем, резюмируя все, что я сказала до этого, платформа замечательная, я продолжу на ней работать, и я желаю успехов и самосовершенствования ребятам и команде Progress Me. Всем привет! Хочу показать вам кусочек своего курса Level Up Your Listening, который я сделала, создала на платформе Progress Me. Как вы видите, у меня в курсе 10 юнитов, они все объединены какой-то темой. Давайте сами возьмем 4-й юнит Motivation and Inspiration и посмотрим, что там. Итак, юнит состоит из 5 блоков, и в каждом из блоков можно компоновать абсолютно разные задания. Например, здесь у меня вокабуляр, подборка необходимого словарного запаса. Далее идет видео, можно совершенно спокойно разместить скрипт, если требуется. И, например, такое задание, где нужно ответить на вопросы. Давайте с вами посмотрим, что у нас в блоке номер 2. Здесь нужно соединить слова и их definitions, meanings. Далее можно, допустим, загрузить видео с TED Talk, без проблем, опять же. И здесь уже другое задание на true, false and not stated. В блоке 4 у меня уже идут задания с аудиоподкастами. Можно разместить аудио и сделать к нему сообщение, сделать к нему скрипт. И уже также составить какие-то другие интересные задания. То есть простор для творчества здесь очень большой. И, конечно же, любой преподаватель сможет на свой вкус адаптировать какие-то свои материалы, даже адаптировать любой учебник. Очень здорово!